На самом деле я по образованию психолог, я доктор психологии. Как я наблюдаю детей, современные дети, какие они? Конечно, генетика, воспитание и окружающий мир играет огромную роль в их жизни. Но что мы видим? Разные игры, компьютерные игры, на iPad, на iPhone. Там идет какая-то борьба, кровь. И поэтому на самом деле есть и хорошие стороны, и плохие. Но плохие стороны больше, чем хорошие. Потому что, что мы видим в экране, в новостях, везде война, везде кровь. И кровавые игры разные. И поэтому это все действует на их психику. А из другого стороны, сейчас очень много информации, везде много книг, интернет-книги, разные там развивающий центр. Государство уделяет много времени для развития, интеллектуального развития детей. Но на самом деле мне не очень нравятся современные дети. Я, конечно, люблю детей, но их воспитание не могу сказать, это индивидуально надо относиться к этому. А если общее будем взять, не очень хорошо. Это не очень хорошо.